Дамы и господа, всех приветствую. Вы на канале Волгоград Сити. Сегодня я снимаю электробусный маршрут номер 15 от площади имени Титова до улицы Тополёвая. Также со мной Александр Свердлинс и Андрей Лифты и Транспорт Волгограда. Как мы все давно прекрасно знаем, у нас сейчас закрыт на реконструкцию скоростной трамвай. И вместо него сейчас продлили компенсационный электробусный маршрут. Ну, так как за компенсационный, вы поняли, да? Вместо скоростного сейчас ходит электробус до площади имени Титова. Также добавлены два утренних рейса в будний день до нижнего поселка ВГТЗ. Собственно, их я и пытался заснять, хотел уже это сделать, но у меня были две попытки его снять, и все две попытки у меня обернулись тем, что я два раза его снял, все окей, все прекрасно. Но оба эти попытки у меня вышли в два дубля. А монтироваться эти два дубля, ну, никак вообще не хотели. Я что такое не перепробовал, все время пытался их соединить. Все время мне этот капкат пишет, то, что файлы повреждены. Чего я только не перепробовал вообще, ты хоть тресни. Никак не хочет монтироваться, я просто закрыл на это глаза. И решил снять все-таки от Титова до Тополя, потому что опять ехать в 6 утра или в 5 утра там на ВГТЗ, у меня нет уже никакого желания. Я уже, естественно, устал от этого, поэтому сниму хотя бы от Титова. Наш герой будет КамАЗ-82 с бортовым номером 8010. Вот едет мой 8008, сейчас он едет на обед в депо 4, мы поедем на 10. До отправления у него осталось буквально 3 минуты, поэтому ждем. Сегодня у нас какое число? 13 августа. Буквально полмесяца осталось до учебы, до 1 сентября. Теперь мы все трое тут стоим студенты. И я, и Саня, и Андрей. Ну, они-то уже перешли на третий курс, а я только новичок в этом плане. На первый курс поступил. Туда же, кстати, где у нас учится Саня. Железнодорожный техникум на Родомской. Поэтому будем коллегами по этому делу. Каждый день, как говорится, если уж повезет, так удачу будем видеть в сценарии. Ну да. И привычка, кстати, будет реально Ваню видеть в стенах своего техникума. Потому что он мне постоянно пишет, ну что там у тебя с техникумом, это все. Я говорю, я в техникуме, а как там в техникуме, Ваня не знает. Ну вот заодно и посмотрит, каково я учусь, каково мне там учиться. Да-да. Буквально вот перед записью проехал ВМЗ 71, какой там, 24, да, без электронного табло, то есть табло не работало, табличек не было, да, попробуй догадайся, по какому маршруту едет, ну, скорее всего, по 10А, потому что вот 8А уехал. Там у нас вдали виднеется завод Титан Баррикады. Вот такие дела. Собственно, вот он подъезжает, наш красавец. Информатора не слышно вообще, поэтому, скорее всего, дублировать буду я, потому что монтировать, опять же, мне может опять сказануть то, что файл поврежден, поэтому буду объявлять сам. Четырнадцатая гимназия. Будем сами объявлять, да? Сами себе будем информаторами. 25-й БКМ.
12-й. Надеюсь, мне получится снять одним дублем. Стадион «Монолит». Театр «Царицынская опера». О, сломался, походу, или что он делает? Улица Библиотечная. Улица 39-й гвардейской дивизии.
Ярмарка Восток. Площадь Возрождения. Дворец спорта. Мамаев курган. Thank you.
стадион Волгоград Арена. Центральный парк культуры и отдыха. Улица Бакинская. Улица 7-й гвардейской бригады. Thank you.
площадь имени Ильича Ленина. Да. Педагогический университет. Улица Порт Саида. Улица Комсомольская.
медицинский университет. Современник, улица Краснознаменская. Площадь чекистов. Thank you.
где стал сбывать установки, блядь. Ну, я думаю, вы их все прекрасно знаете. Предыдущая была гостиница «Южная», а это архитектурно-строительный университет. Прошу прощения, что здесь десятка делает? Интересно кино. Ничего не было. Памятник североморцам. Предыдущая была ТИЛС.
Ивановской вам все в порядке? Что 22-я забыла на Киеве? Без понятия. Надоело, Родомская решила хоть как-то раз в Ким срать сгонять. Зачем он есть, если есть тройка? Фабрика «Царица». Улица Казахская. Thank you.
Нижняя Ельшанка по требованию. О, Андрей, 209-й. Это водительница, да? То есть она как и служит, так и на 50-м ездит. Завод «Красная Заря». Улица 35-й гвардейской дивизии. Завод «Волгоград Нефтемаш». Thank you.
Рембо-техника. Вагоны на основном пути стоят. Что за нафиг? И вообще, где все трамваи? Ты видел, где хотя бы одного трамвая на электролизской? Обувная фабрика. Ты хотя бы одного трамвая видел на электролизской? Хотя бы одного трамвая на электролизской видел? Ну вот и я не видел. Что-то походу на обувное движение встало. Вон там вот. Улица автомобилистов. Thank you.
Волгоградский государственный университет. Поскольку я говорил, мы приедем в 16.05 или в 16.10? 20-летний центр «Акварель». Горная поляна. Санаторий Волгоград. Yeah.
Энергетический колледж. Ой, Айден, друг всего, ё-моё. Во, всё. Как ты сказал? А что, а я хотел объявить почему-то совсем иное. А что я хотел объявить? А, горная поляна опять. Чего у нас в последнее время очень много, а? Да какая улица, господи! Поселок имени Руднева. Улица Закавказская. А, ну логично, с той стороны ее негде поставить даже. Центр культуры и досуга «Авангард». Андрей. Андрей. Лебедев. На 18-й какая была самая востребованная остановка? Ну, здрасте, ты же не жил. Не помнишь? Да. Эх ты! Колледж имени Вернадского.
космосе заблудились, не могли туалет найти. Ну или где? Ну, в космосе, да. А, в юбилейном, да. Уехать минут 10. Школа номер 107. Маршрут из ниоткуда в никуда. Третий квартал. Квартал и микрорайон — это одно и то же? На картах она называется 503 микрорайон. Здесь 503. Как бы это было? Но в Волжском это разное. В Волжском, да, там. В Волжском, да, там эти микрорайоны как квадраты какие-то. Он тоже 37 или 32. Ну, какие кварталы? Крайоны. Я квартал сказал. Улица Лавровая. Чё у нас? Лавровая, 9-я больница и Тополёвая, да? Чё, Сань, где деньги есть? Деньги есть? Есть? Да купи чай, поесть. Окей. Больница номер 9. Thank you.
Все, выныли вы уже. Вот и приехали. А, если попробуй поверни. Ну что ж, это был электробусный маршрут 15 от площади имени Титова до улицы Тополёвая на электробусе КАМАЗ-6282 с бортовым номером 8010. Вот такой вот измененный маршрут, продленный, точнее сказать, до Титова. Конечно, еще было бы круче, если бы я все-таки не удалось выпустить от Нижнего, но и так, в принципе, хорошо. Информатор был, правда, очень тихий, его почти не слышно, поэтому мне пришлось объявлять остановки самому. Полетел. Со мной был Александр Свердринц и Андрей Лихтый, транспорт Волгограда. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на телеграм-канал, присоединяйтесь к чату в телеграме. Ссылки на все будут в описании. Также оставлю ссылку на телеграм-каналы Андрея и Александра. Всем всего доброго. До встречи.